Так, друзья мои, всем приветики. Приветики сегодня всем из Москвы. Мы сейчас с вами находимся в Московской области, в одном элитном поселке, а именно в бывшем поселочке для работников НКВД дачного типа, ну, который впоследствии был строен, перестроен под разные, так сказать, личные дачи, коттеджи и тому подобное. Сейчас мы увидим, сейчас мы увидим наш бывший дом, который был продан в 93-м году. Ну, у нас тут еще осталось кое-какое, так сказать, имущество. Вот хочу вам показать природу. Вот такие вот елочки чудесные, сосеночки. Я вот сейчас тут стою. Очень много гуляют со всякими собаками, огромнейшими собачарами ходили. Ну, в общем, за хорошие успехи, за хорошую службу в рядах НКВД награждались дачными участками. Участки были не очень большие, но не меньше 10 соток, это точно. Так, пойдемте дальше. Так, друзья мои, шла, и, как говорится, пирожок нашла. Села, поела, опять пошла. Вот такого вот типа сыроежки я нашла. Вот целую кучку. Они довольно-таки здоровые, они не маленькие. Вот. Это, значит, у нас на поселке, друзья. Так, друзья, вот такого вот типа особняки здесь у нас новые. Но это уже все сделано в 2000-х годах. Вот. Работникам даже заслуженным НКВД таких, конечно, не давали, а давали просто участок земли. И строй, что хочешь, дорогой товарищ. Тут, друзья, вот такой вот гриб я нашла тоже. Под вот таким вот пнем огромным. Я не знаю, что это за гриб, но сейчас мы с вами увидим. Сейчас мы его, так сказать, сковырнем. Ой, смотрите, какой. Это синяя рядовка. Самый отличный гриб считается. Ой, посмотрите, какой красивый. Боже, боже мой. А вот посмотрите, какой красивый пень. Где оно росло. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот такой вот огромный пень в зарослях иван-чая. И вот такой вот симпатичный, красивый грибочек, друзья мои. Так, пойдем дальше. Сейчас я пока положу. Но мне пока не надо, вроде это такой гриб. Хотя он и симпатичный. Дальше пойдем. Так, друзья мои, всех приветствую на своей земле. Убогой, но достаточно симпатичной. Вот такая вот панорамка у нас. Здесь вот я гуляю. Ну, здесь сегодня много гуляющих. Отличная погода у нас, друзья мои. Сейчас мы пройдем к нашему знаменитому пруду, из-за которого также были войны. Ну, административные, конечно. Так, друзья, вот здесь под большими елками я обнаружила, значит, заросли чесночников. Вот как они выглядят. Вот такие вот. Это вполне съедобные грибы, друзья мои. Они имеют острый запах чеснока. Но есть мы их, конечно же, не будем. Тут много всяких, как говорится, любопытствующих элементов. Только понюхаем. И все. Да. Вот так вот они выглядят в мелком размере. Ну, пока еще не выросли. Да. Вот такой вот гриб. Называется он чесночник. Ну, это условно съедобный гриб, друзья мои. Не знаю, кто его ест. Мы его пока брать не будем. Вон сколько его тут, смотрите. О, полно. А елки, смотрите, какие огромные. О, прям на Новый год наряжать. И все. Ну, тут вот небольшая свалочка кирпича. Уж без этого никак. Но елки симпатичные. Дальше пойдем. Вот, друзья, смотрите, какие я нашла грибы.
Обалдеть, две огромнейшие вешенки. Посмотрите, какие они огромные. Сейчас я вам покажу. Здесь росли осины когда-то. Очень хорошие осины. И под ними были заросли подосиновиков. А потом, друзья мои, всякими путями начали все тут вырубать, выскребать. И, конечно же, о, какие вешенки, сейчас я вам покажу. Ой, хорошие, свежие. Тут улиточка осталась. Улиточка, тебе хрен. А мы вешенки возьмем. Вот, смотрите, какие вешенки в моей руке. Посмотрите, огромные, красивые. О, отличные. Угу. Эта улитка тут, конечно, пообосрала все. Но так они в неплохом состоянии. Может быть, мы еще сейчас найдем. Сейчас положим вот сюда вот. Положим вот сюда. Вон они какие, да? Огромные. Вот такие вот гадкие улитки их едят. Вот видите? Они прекрасно себя чувствуют. Просто прекрасно. И жрут это. А на улитке, посмотрите, ползает какой клопик такой зеленый. Вон он. Ой, зеленый клопик. Он прям ползает по этой улитке. Тут тоже улитка. Сволочи. Вы сожрали мои грибы. Безобразие. Дальше пойдем. Вот они. Одна. И вторая подруга дней моих суровых. Здесь вот, друзья мои, такое неплохое местечко, где всегда можно найти много грибов, в том числе подосиновиков, подберезовиков. Сейчас мы посмотрим, что вон там под теми кустами. Он как солнышко пробивается. А сегодня 7 ноября. Ну, хороших грибов тут, конечно, уже не найдешь сейчас. Может, хотя бы вешенки будут.